Пап, может, хватит уже, а? Ну, чё ты? Надулся, как мальчишка. А хочешь, я тебе открою одну тайну? Не хочу. А я все равно скажу. Дело в том, что Тучков Василий Палыч самый близкий и самый родной для меня человек. И никакие папы не смогут убедить меня в обратном. Знаешь почему? Потому что я тебя очень сильно люблю. Ведь когда мамы не стало, у меня остался только ты. Один ты на всем белом свете. Мне всегда страшно, когда мы с тобой ссоримся. Я боюсь, что ты когда-нибудь уйдешь из дома и больше никогда не вернешься. А я останусь совсем одна. Никуда я не уйду. Да, я знаю. Но ты просто постарайся не сердиться на Иннокентия Сергеевича. Просто так получилось, что у меня появился еще один отец. И ничего теперь не поделаешь. Ты постарайся его тоже понять. Ты посмотри, какой он внимательный, заботливый. И что желает мне только хорошего. Значит, он тебе желает только хорошего, а я только плохого. Да ну я совсем не это хотела сказать, пап. Так можешь мне тогда просто жениться на нем, Настя, и все, а? А что, по-моему, очень современно. Я весь такой брутальный, а он у нас весь такой заботливый, внимательный. По-моему, очень хорошая пара получается. Ну что ты глупости-то говоришь? Да это ты сейчас глупости говоришь, Настя. Не хочу я его понимать. Я жил в этом доме со своей любимой дочерью и буду жить. А он пусть катится к чертовой бабушке. И все, не спорь со мной.